Сегодня приготовим рыбу с луком и морковью на сковороде. Чистим рыбку от луски и хорошо чистим животик. Вырезаем плавнички. Нарезаем кусочками 2-3 сантиметра. Нам нужно взять примерно 700 грамм рыбы, 200 грамм лука и моркови в равных пропорциях. Рыбу солим. У меня хек, вы можете взять минтай. Перчим, можете добавить своих любимых специй. Режем лук не очень мелко. Раньше я готовила с томатным соусом, но сейчас готовлю без него. Мне так больше нравится. Трем морковь на крупной терке. На раскаленную сковороду добавляем подсолнечное масло и затем добавляем лук. Немного обжариваем и добавляем морковь. Обжариваем лук с морковью до прозрачности, раздвигаем в стороны и выкладываем нашу рыбку. Накрываем рыбку сверху луком и морковью, выкладываем дальше нашу рыбку. Накрываем крышкой. Обжариваем с одной стороны минут 15-20. Затем аккуратно переворачиваем. И снова накрываем крышкой и тоже потушиваем еще минут 15. И наша рыбка готова. Вы были на канале «Вкусно по рецепту». Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить очередное видео.